Добрый вечер. Я вас приветствую на канале Афроманго Мукбанго. Я снова повторяюсь с прошлого видео. Чай Гринфилд с лимоном, с двумя даже лимонами кусочками. Никакой не Гринфилд. А какой? Птица Цейлона. А, птица Цейлона, да? Ну ладно. Китайский, короче говоря. Да. Или казахский. Китайский. Казахский. Китайский, казахский. Чая много, поэтому путаница. Так, с сахарным песком. Так, тут у меня бутерброды с этим сырным соусом. Вот. Вот с таким. Его не могу никогда есть. И этот самый кетчуп, но такой острый, Хейнц. Это не реклама. Что еще? Горчичка. Горчичка опять русская. Она не очень, кстати, жжет. Не очень. Потом колбаска литовская. Нет. Барселона. Барселона. И мясо янтарное. И мясо янтарное. Вот такой бутербродец. Копченое мясо. Копченое мясо, да. Ясно. Ну ладно. О чем сегодня? Ну, поговорили о телевизорах. Теперь поговорим о этих, о холодильниках, стиральных машин. Ну, старые, которые. Ага. Советский, да. Я не помню, мама помнит. Была у нас машина горизонтальной загрузки белья. Как называлась она? Сибирь. А, Сибирь. Название такое еще. Наверное, из Сибири. Вечерним поездом из Сибири. С вечной мерзлоты. Ну. В общем, короче говоря, Сибирь. Машинка. А вы знаете, там же это, конструкция не очень устойчива. Вот, она когда останавливается, она вот так. Ну, ее аж так. Как, да, центрифуг, когда останавливается. И она трясется так. Да, после отжима, да. Ну, маленькая, я вас скажу. Как в студень все равно. Его это нажмешь на него, тронешь, и он. Точно так же. Вот точно так же и машина. Там же. Да. Может быть, пол кривой, может быть, это плохо выставлены эти уровень. Ну, чтобы она ровно стояла на полу. А, что я точно так помню, так это плита-то у нас газовая, старая, белого цвета, значит, да, эти, четырехкомфорочная. На ножках, да. Маленькая духовочка. Небольшая. Два противня, да? Два противня. С этими. А наверху это вместо решетки, как сейчас вот в современных плитах, такие круги, сделаны из какого-то, ну, из металла, наверное. Из чугуна, да? А, то есть они могли обломаться, потому что чугун-то хрупкий металл. Ну, в общем, какие-то металлические. Да, да, да. Угу. Можно даже было поставить маленькую, маленькую узенькую кастрюльку. Угу.
Да. Такая плита у нас была. Угу. А потом была плита другая, там, как она называлась-то, коричневая тоже. Забыл, ну тоже какая-то советская плита, тоже четырехкопорочная. 90-х годов. Но уже с эти, с решеткой уже, не с этими это, чугунными кругами, а с этими, с решеткой на всю эту поверхность плиты. Духовка побольше. Ну. Стеклянная шкафа. Угу. Ой, дверца. Ну как, она не совсем стеклянная, а с этим железным обрамлением. Вот. А наверху этот самый термометр. О. Потом поменяли уже. Сейчас стоит другая плита, четырехкомфорочная тоже. Небольшая. Маленькая комфорка, большая, побольше, и две средних комфорки. Название Гефест. Да, Гефест. Да, еще был, был холодильник еще этот, Орск. Ну, знаете, такой, ну, у всех он был. Это. Советский. Да, советский, Орск. Если название Орск, может быть, в этом городе было производство таких холодильников. Скорее всего. Да. Бутерброда. Маме спасибо опять за придуманное. А. Она у меня выдумщица. Выдумывает постоянно бутерброда. Какие же еще сделать повкуснее. Угу. Да, сырный соус. Горчица, все показал, да? Описание бутерброда напишу в описании под видео. Посмотрите. Читайте. Читайте, купите. Скушаете за ужином. Поставьте или за завтраком. И лайки поставьте. Да, поставьте лайки. А то и подпишитесь. Да. Что от вас комментарии? Ждем от вас комментарии. А сейчас у нас стиральная машина. Это Samsung вертикальной загрузки до 4 килограмм можно загрузить белье. Постирать.
вкусно, вкусно. Сочетание вкусное, мясо с колбасой. И соусами разными. Но не сочетание, а смешение. Смешанный вкус. Так что вот такая вот техника. Завтра уже пятница. Тяжелый день наступает. Когда уже силы на исходе. Перед выходными днями. Ничего себе. Я вот задал сейчас Яндексу вопрос, кто придумал название дней недели. Ну вот это вот понедельник, вторник, пятница, это среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Оказывается, она приобрела популярность, система дней, недели, в 321 году нашей эры. Вот. И официально признана римским императором Константином Великим. Первым днем недели было воскресенье. Интересно. На Руси, по-моему, не было таких дней. Были трудодни. Трудодни, да. Сколько трудодней отработал, столько и заплатили. Праздников не было. Праздники были тогда, когда собран урожай. Сено скошено, вот, цыпляты посчитаны, вот тогда праздновали. А к
кто первым придумал, это эти египтяне, принявшие систему недель, назвали дни недели по пяти планетам Солнце и Луне. Вот. Были не месяц раньше назывался, а сороковники. Угу, сороковники, да. За один месяц 40 дней. Не месяц не назывался, а назывался сороковник. И 9 месяцев было. По 40, в смысле, 9 этих самых. Спасибо. По 40 дней в году. Да. По 41 дню в году. 365 дней в году было. Никаких не 366. Да, будет отдельное видео. Месяц. А то эта тема такая обширная, что охватить ее невозможно за 15 минут видео. Или сколько у меня там осталось. Не знаю, сколько у меня осталось, надо посмотреть. Извините. А, ну вот, я и говорю, 15 минут. Поэтому сделаю про это видео. Ну, в дальнейшем. Тема интересная. Да, обширная, да, очень интересно, да. Как было у нас на Руси. Раньше называлась Русь, а не Россия. Это Петр Первый обозвал Русь Россией. Да. Новый год был. Какого месяца? 20 марта. Да. Новый год был. Это не Новый год, а Новолетие называлось. Выжми лимончик. Ставь лайк, если любишь чай с лимоном. И сахарным песком. О, уже 10 час. Хорошо, ну ладно. Что-нибудь еще интересненькое рассказать. Так, про дни недели поговорили. Так. Да. Ешь некогда, читали. Угу. Да.
Галек, что ли, называется? Угу. Да я тут смотрю, мы опять же возвращаемся к технике. Этот рефлектор медицинский, бытовой. Уголек называется. Да, микроволновка, электроника, ничего себе была. Она, наверное, стоила как машина, наверное. Ну, это автомобиль. Угу. Обалдеть. Я такой не часы были электроника, назывались, помнишь? Черные такие, с кнопочками маленькими. Угу. Электрические часы у нас были. Угу. Электроника, по-моему, тоже назывались. Да, электрические часы были, да. Я помню. Ты их смертно работал. Угу. Угу. Сейчас себя. О. Рефлектор. А не рефлектор. Его показываешь? Да. Проектор? Да, проектор, наверное. Или камера. Да. Ой. Забыл вам рассказать-то, у нас в школе-то был этот самый, этот бобинный, этот самый магнитофон здоровый. То есть там были не кассеты, а бобины. Ну, там была на пленке музыка записана. С пленкой? Да. Пленка, надо говорить. Да. Потому что молодежь этого не знает, не видит. Наверное, на монтаже вставлю. Конечно. Покажу. А, у нас же пылесос еще был, да. Помню. Какой, не помнишь? Был такой. Полотер был электрический. Полотер? Пылесос. Ну, сначала полотер, потом пылесос. Mm-hmm. Это я уже купила тогда, когда ты был маленький. Mm-hmm. Еще в школу не ходила, я купила пылесос. Очень вкусно.
много. Ну, про технику еще сделаю. Еще один ролик. Вот. В пятничный будет. Точнее, я его запишу в пятницу, а выйдет он в субботу. Потому что набралось у меня материал тут. Еще 3 видео надо будет опубликовать. Так что подготовлю материал, отсниму. Что опасно просто? Да. Скажи. Что ты говоришь? Жду на просмотр, скажи. Да, жду просмотров. Лайков жду и просмотров. И подписку тоже жду. И подписку, и подписчиков. Во. Это будет лучше.